Сегодня пятерка международных посредников – Россия, Германия, Франция, Великобритания, Китай и иранские официальные лица проведут в австрийской столице первое в этом году заседание в очном формате. В повестке дня дискуссии ситуации с СВДП. Иран 2 года назад вслед за односторонним выходом США из договора приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по ядерной сделке. Будут ли ощутимы результаты нынешних переговоров, зависит во многом от европейцев и от группы 4+1. Дипломаты должны напомнить США об их обязательствах по СВДП. Представители ЕС, в свою очередь, подтвердили готовность способствовать перспективе возвращения США в договор. Действия европейских переговорщиков предполагают организацию консультаций участников комиссии со стороны группы 5 с американскими представителями в Вене. Ситуация вокруг возобновления ядерной сделки далека от идиллической. Обстановка обострилась 2 месяца назад, поскольку в Иране вступил в действие закон, который существенно сократил доступ инспекции МАГАТЭ к ядерным объектам Исламской Республики. В Вашингтоне некоторое время назад заявляли, что американская делегация будет присутствовать на переговорах, которые пройдут в австрийской столице. Представлять Госдепартамент будет высокопоставленный дипломат Роберт Малли. С другой стороны, месяц назад Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, введенный США еще в 1995 году.